Это Trader Joe's, известный очень магазин, и все его знают, американский. Много людей здесь, хорошие продукты, но почему я снимаю это? Обратите внимание на название. Везде все по-английски. И только вдруг на одной табличке по-русски, каждый перец должен. Почему этот перец должен был по-русски написаться? Он и дороже, кстати. Ну и так далее. Потрясающе.